наша семья, дружба, которую мы знаем, семья Батурова, почти 35 лет, сколько я лет здесь, я знаю себя, еще мы знали друг друга. Там принятие соболезнования от моей семьи, семья Нисанов, семья Фузаев, Рахмат Карабошан, случай был мой Боше. Мы уже находимся ровно две недели от конца года, 57-75. И хазанам говорят, рабутай, у нас есть вот эта неделя, мы вчера читали очень много законов. Вчера было больше законов, чем Паршат Мишпатим. Очень много вещей, которые нам дано, и как советуют, как и вести. Именно перед Рош ха-Шана мы читаем. И в этой Паршат, рабутай, мы читаем, что человек должен не забывать. Самая важная вещь, что человек за себя оставляет, это его дети. Тору нам говорит над вещи, что мы иногда забываем Бен Сорер и Морер. И мы читаем закон Ебум. Если не дай Бог старший брат умер, и его нету дети, и он второй братья, кто после их должен жениться на этой женщину, на эти их апарос, как можно сказать, который Тору запрещается. Это исключение Тору сделало. Почему? Шилоим хезехер ми Исраэль. Как Рабай Табибов сказал, человек уйти без известности, это самый хороший, самый противный вещь. Чтобы он не был, как будто он не был. И Тора говорит, первый сын, который будет рожаться, она будет на имя старшего брата. Несмотря по биологии, папа это будет другой человек, но он имя отца будет таскать. И для этого работаем много раз, мы когда смотрим, мы думаем на нашего будущего. Если у нас дети нету, работаем, у нас будущего нету. И мы живем в таком стране, к сожалению, где люди не хотят. Первый раз в истории евреев, евреи сами самовольно отходят. Никто нас не оскорбляет, никто нас ничего против не говорит. Мы сами говорим, я не хочу быть больше евреем. Мы сами говорим, мы хотим выйти, жениться, замуж выходить за неевреем. Никто нас не заставляет. Никто нас ничего не может сказать. 3 дня тому назад мы были в police station. Commissioner Bratton говорит, рабай, мы обслуживаем вас. Пожалуйста, у нас будет extra security, у нас будет extra вещь. Когда это было в истории работает? Никто не вам не может сказать, джигут вам в лицо сказать. Невозможно антисемитизм потребить. И у меня комиссионер брат, у него ручной телефон, он говорит, рабай, anytime you need something, call me straight to my cell phone. Где была такая возможность работать? Что мы можем звонить любого и сказать, а что проблема? Проблему мы сами себе не уважаем. Мы сами себе не любим. И для этого мы сами себя отходим от еврейства. Но было, есть и будет. Еврейство это свободный выбор. Нигде в Торе не написано, ты обязан что-то сделать. У Бахарта, Рей, Ана, Охалифляхем, Майом, Браха, Уклада. Моше Рабейну каждый раз говорит, я перед вами даю 2 вещей. Благословление, проклятие. Какой хочешь, выбирай. У Бахарта Бахаим. Ты должен выбирать жизнь, работай. Рахмат Мухаммад Михаэль, он был один от таких людей. Да, Нихана, никогда ношкуры не делает, никогда не ловит, работает. У нас есть причины, за чего не быть благодарным. Но мы не должны, мы не такой народ.